В 2018 году Беларусь увеличивает финансирование на льготы для оздоровления населения в здравницах. Около 190 миллионов рублей планируется направить на закупку бюджетных путевок для различных категорий населения. Финансирование на эти цели по сравнению с 2017 годом увеличено на 10%. Больше путевок будет выделено для детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. В 2018 году пройдут санаторно-курортное лечение более 80 тысяч детей. Они в течение всего года направляются на лечение и оздоровление в детские реабилитационно-оздоровительные центры и санатории. Увеличится количество детей из других регионов страны, получивших возможность пройти оздоровление в здравницах. При этом большую часть стоимости путевки погашает государство. По льготным ценам реализуются путевки также для определенных категорий взрослого населения. На 2018 год закуплено свыше 22 тысяч путевок для работающих и более 23 тысяч путевок для инвалидов и пенсионеров. По итогам 2017 года все социальные проекты и государственные программы по оздоровлению населения выполнены в полном объеме. На их реализацию Республиканскому центру по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения было выделено 170 миллионов рублей. Бюджетные средства помогли поправить здоровье в белорусских здравницах более 750 тысячам человек. В течение года санатории были заполнены на 80%.